Короче говоря, у нас застрял миксер. Ты можешь заехать. Сейчас вызвали трактор. Попробуем выдернуть его. Короче, не выходит пока ни назад, ни вперед. Вот такая дорога. Даже бой кирпича насыпали, все равно не помогло. Три плиты залили, вот осталось одну залить. И все стало. На всех углах. Подъезд хороший, вот на этом как раз вот и все плохо у нас. Сейчас
сейчас застрял сам трактор. Не может. Вот куда заехал, кто не знает. Ну, раз, два, три, поехали. Вылетит опять. Стопудов вылетит. Говорю же, блин. Лучше один раз делаю нормально. И будет все заебись. Так, это понятно, это выдернули, ладно. Вот с этим вот непонятно, как выдергивать. Застревон. Стревон и застревон. По-другому никак нельзя назвать. Давайте, ребята, газуйте. Бесполезно. Надо еще дернуть. Давай, 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 давай. Вызвали другой.
трактор. Что там копаешь? Сейчас выдерну. БелАЗ. Ну-ка, давай. На этот раз 100%. Во-во-во, поехало. Все, красавцы. Так, все-таки миксер мы загнали сюда. И заливаем вот последнюю плиту. Тут у нас их 4. 4 на 4. Высота 50 сантиметров. По 8 кубов каждая. Остался вот последний. Такая система лоткостроения. Такие вот дела. На этом у нас веселье заканчивается на сегодня. Всем до свидания и до следующей встречи.